Уважаемые зрители, вы на канале Денецкий за колхоз. Давай хоть познакомься. Игорь, Василий. Дима. Друзья, это просто фантастика. Вы знаете, я мечтаю в Голубицкой, чтобы у нас была баня. Посмотрите. Ребята построили баню на берегу моря. Вот Азовское море, кто не верит. Посмотрите. Это рядом с центральным пляжем у нас. Вот. Расскажи, пожалуйста, как все это? Все же было просто. У нас же там намело снега в Челябинске. Прям вообще до хрена. А у меня в огороде озеро есть. Ага. И ну, сильно замело его, там, я не знаю, сколько, метр, Дима. Ну, там, ну так, полтора. Слегка, да? Ну, то есть не почистить. А купаться же надо в проруби. Ага. Думаю, ну что делать, поехали на море. Набрали камней, печку и вот. Друзья, посмотрите, ребята, вот реально из Челябинской области. Посмотрите, я номера не буду показывать, но поверьте мне на слово. Да, с дровами сразу, совсем, чтобы это... А вы еще... Покажи, вот это все уже, тут же более-менее уже все понятно. Да, красота, просто красота. Это просто красота. Так что кто рядом, заходите, можно искупаться. Сегодня у нас 18 января. Да. Вот всем челябинцам привет. У меня очень много оттуда тоже подписчиков. Это нормально. Челяба рулит, короче. Да. Вот. Кто здесь, друзья, из Челябинска? Вот ребята, если что, приглашают. Мало ли вы увидите. Без проблем. Дрова есть, все есть. Печка готова. А я сегодня попробую выставить, выложить это видео. Может, твои земляки даже увидят, кто-то придет. Конечно, да? Конечно. Так, будете купаться, значит, да? Да. На крещение, все как положено. Да, видишь, какой стиль. Все прекрасно. У меня, кстати, веник есть, могу подарить. Блин, ну тоже как вариант. Да, да. Только идти, наверное, далеко. Ну, как вариант вообще. Так. Сейчас, я сейчас привезу. Мы сейчас домой дойдем, вот там моя Татьяна Викторовна со мной гуляет. Хорошо. И я тебе привезу, да? Вот, все отлично. Все, все. Всего души. Все, друзья, вам привет тоже. На память останется видео. Хорошо. Спасательный пост, друзья. Посмотрите, все по закону оформлено, обратите внимание, да? Никто не попадет в беду здесь. Не говори.